Всем привет! Мы сейчас находимся в Ничанге, во Вьетнаме. Да, Лен? Да. И сегодня мы откроем какую-то упаковку с леденцами. Леденцы нужно сделать самостоятельно. То есть у нас будет такое видео Ди, да? Но пока как мы их сделаем, как поваром. Мы будем их делать, мы пока еще не знаем, потому что мы не видели. Поваром. Да, мы будем поварами. Ну, не знаю. А это что получится у вас, ребята? У вас это получится как чупа-чупсы, что ли? Это какая-то мини-кондитерская. Посмотри, вот тут можно сделать леденцы. Вот такие леденцы нарисованы. С обратной стороны написана инструкция. Понятно. Как делать, да. Это у нас как мороженое, да, делали, да? Правильно? Да, да. Как брелок из мороженого, вот этой же серии, как мороженое. В этом же магазине мы приобретали во Вьетнаме. И сейчас мы посмотрим, как это можно сделать. Да, Лен? Давайте попробуем тогда, как это вообще работает, система ваша. Давай посмотрим, что там внутри. О, смотри, какая-то коробочка вот такая, мини-контейнер. А я знаю, эта коробочка для чего. О, а тут какие-то жидкости, пап. Да. Это что, интересно, нужно делать? Давай посмотрим, Лен. Ага. Так, значит, написано первое. Что тут первое? Поместить вот эту какую-то жидкость вот в этот, вот в этот шарик, да. Чтоб шар получился, любую, да? Шар жидкость. Получился, да. Второе, надеть этот шар на палочку. И третье, обмакнуть чупа-чупс в шоколадный топпинг. Ну, понятно. Мама, и потом прикрыть там всякими вот этими, да? Да. Как у нас будет чупа-чупс? Давайте сделаем два цвета. Да, давай сначала попробуем. А вы какой хотите? Хотите три цвета сделать? Ну, сначала буду делать я, а потом будет Лиана. Нет, три цвета просто не получится. Тут только два цвета, белый и зеленый. Давайте. Сначала я свой. Буду беленький. Хорошо, а я буду зеленый. Ты тогда держи, сначала сделаю я свой. Ты себе палочку выбери. Нет, я буду зелененький. Ну, давай. Нет, я беленький. А ты себе палочку выбери, какая у тебя будет палочка. Вот сюда надо, да, вы? Вот. Так, я думаю, что да, вот эту жидкость, мы сейчас ее откроем. Это какой-то как пластилин, непонятно, что это. Это из него два шарика получится или нет, один? Нет, только один, пап. Здесь всего два леденца рассчитано, на два леденца. Вот этот один шарик получится такой, да. Большой? Да. Ну? Сейчас посмотрим, я думаю, да. Вот, значит. А мой только один большой. У тебя белый. Так, закрываем. Вот что у нас получилось. И формочка, да, получится такое? Ну да, получилось как такая формочка. Значит, теперь мы снимаем. Крышку? Открываем, да. Вот как. Да, вытаскиваем отсюда аккуратно наш. Не, у тебя как-то не очень получилось. Не очень, да? Нет. Давай я еще раз попробую. Так, положила. Закрыла. Ждать тут ничего не надо, потому что это не клейкое, никакое не сырое, оно как бы должно сразу получаться. Надо просто аккуратненько. Может, я думаю, что может туда что-то намокнуть надо, чтобы он так легко снялся, да? Да я думаю, нет, вот так вот. Давай я свой Лен сделаю, а тебе отдаю крышечку, и давай я тебе белый твой открою, ты будешь уже сюда насыпать свой. Высыпать, ну, накладывать, не знаю, как высыпать. Стой, ну, такой. Мне так кажется, что туда надо что-то высыпать, нет? Или нет, по-моему? Нет, нет, пап, теперь смотри, берешь вот это. Ты какую будешь палочку, розовую или желтую? Да, это моё. Розовую? Ну, давай. Смотри теперь, что ты делаешь. Теперь мы берем, накалываем его на палочку. Да. Получается у нас вот такой леденец, да? Ну, как будто бы. Ну да. Он, конечно, пахнет очень вкусно, но кушать его нельзя. А ну-ка, дай понюхаю я. Да, покажи. А вот ребятам покажи еще, как он выглядит. Это как чупа-чупс. Да. Вытащила? Давай я тебе покажу. О, как пахнет вкусно. На, держи. Пахнет, да. Давай я помогу тебе вытащить, Лен. Вот это белое. Это как такое, не знаю, не пластилин, а такое какая-то... Ну, пластилиновая жидкость. Похоже на пластилин. Да. Давай, теперь ты. Теперь смотри внимательно, пап, что я буду делать. Я вот сюда, вот в эту мисочку, насыпаю шоколад, наливаю шоколадный топпинг. О. Ну, как будто бы, конечно, все как будто бы. Кушать это нельзя.
вот так шоколад наливаю. Мам, я чуть-чуть открыла. Круто вообще-то. Да, круто. Я чуть-чуть открыла. А у тебя лянчик тоже получился-то. Ты закрыла там формочку? Да, а я хочу, чтобы он не получился. А, ну да, держи. Может, его, может Ляна правильно делает, то, что его надо чуть-чуть надо держать подольше? Там. Да, ну, подольше держать, чтобы он был нормальной формы. Так, пап, держи мой. Давай. А, я сейчас сюда вылью наш шоколад полностью. О, что там у Ляны получился? А ну-ка, вытащи его. Нет, все равно как-то не очень. Плохо, да? Я думаю, что его лучше вот руками вот так кружочек сделать. Да? Угу. Да, получается? Да. Вот, видишь, даже лучше получился, смотри. Ой, смотри, Ляна даже лучше придумала, да. Лучше вот так, чем это. А я тебе хотела помочь, а ты нет. Да? Вот правильно, вот потому что Ляна, она лучше тебя разбирается в таких детских вещей. Понимаешь? Я училась в садике в пластилине. О, молодец, видишь, она училась в садике делать. Ну, мы же делаем челлендж, у нас же челлендж, то есть у кого будет красивее или нет. А зрители уже, конечно, оценят. Поэтому мы посмотрим сейчас, что у тебя получится, что у меня. Теперь смотри, пап, что я делаю. Давай. Вот это шоколадный топпинг. Я макаю сюда наш леденец. Вот так вот макаю. Ууу, как аппетитно выглядит. Ой, выглядит очень аппетитно. Ууу. И дальше. О-о-о. Так, чтобы не капало. Да. Прикольно. И дальше. Вот. А, для Ляны как получился тоже, прикольно. Может, рукой просто высыпешь? Да, рукой. Да, ням-ням-ням-ням. Ну, у Ляны немножко потекло, да, Лян? Ну, ничего, а его сильно не надо макнуть, потому что он будет течь. Давай, эту баночку папе отдаем. Давай, я подержу. Пока мы не вылили это на себя. Так, да, слушай, оно не застывает, интересно? Давай, он застывает. Нет, ты можешь просто ручкой, да, вот так. Так удобнее? Ну так рассыпется. А его если вот оставить, он застывает и будет такой типа формочки, да, такой, знаешь? Да, да, как леденец. Да. Дайте я вам, я лучше маму сейчас сделаю. А типа одной? Ну мы будем до завтра здесь, да, тогда. Да, да, тогда мы будем до завтра снимать видео. Вот так лучше высыпи его. О-о-о, смотри, какой красота. Ух ты. Классно? Да. Ну ничего, это. Испачкались чуть-чуть? Ну да. Ну, ничего страшного. Оно быстро стирается, оно такое. Но. У кого лучше получился? У кого лучше получился? У кого лучше получилось, пап? Ты как я думаешь? Думаю, что... Ну вот твой, вот Лянин. Я думаю, что у Ляни красивее получилось, потому что у него розовая палочка, а у тебя какой-то непонятный, какой-то грязный, какой-то... Это цвет желтый, пастельный, и сейчас этот цвет очень моден. Ты не разбираешься. Не знаю, в моде, не в моде, но у Ляни красивее. У него белый шоколад и розовый палочка. Да, у Ляни красивее? Да. Ну что же, ребята, вы обязательно напишите нам в комментариях, у кого получилось все-таки красивее, у меня или у Ляны. Ой, еще посыпка черная. Да, и также я хочу добавить, что у нас скоро будет конкурс на канале. Я уже говорила в предыдущих видео, что мы будем покупать разные штучки из Вьетнама. Если вы хотите вот такие леденцы попробовать сделать, тоже под этим видео пишите в комментариях, мы обязательно купим и разыграем это, добавим это к нашему розыгрышу, да? Да. Да. В качестве подарков для наших подписчиков. Из Вьетнама. Да, из Вьетнама, с Нячанга. Ну что, мы тогда с вами прощаемся и пойдем купаться, потому что очень жарко, да? Всем пока-пока! Пока-пока, ребята, увидимся в следующем видео. Обязательно пишите в комментариях. Да, если понравилось, обязательно пишите в комментариях, мы это разыграем. Все, все тогда, пока-пока! Все, пока-пока! But you dance, 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 feel good, good creeping up on you, so just dance.